думал, Шкатула убьет его. Тут вообще ноль. Да? Да, смотрите, такой дебют, Шкатула так играет. Так, так. Так. Да. Тоже? Да. А, ну, такая, разница, так просто пойдет. Да. Но такого нет ударства. Да, он говорит, я так хожу и выигрываю. Ну, типа, на этой FE7, а на это удар провожу. А тут просто такое, а на это так. Гражу, да, если нет, на FE7 дамки пошел просто. Тот так играет с ним. Охренеть. Шкатула, ну, а, вот я шкатула меняется. Ну, я наверное. Сюда. Ну, может, тут надо было что-то поактивнее. Может, так тоже не поднешь. Охренеть. Ну, так, так. Ну, тут плохо. Б2, Б3. Ну, так и было. Но он тут просто Е2 мог, наверное, пойти. И не пошел? Ну, тут я не знаю. Тут может, может быть, FE7 сначала. Ну, тогда же H2. А что, C4, D4, ничего не понял. Сдался? А, ну да, то же самое, здесь что на B3, да, и D4 и так, да. Нет, получается, ну, может, что так, и есть что-то. Ну, может, какие-то размены, но он надежнее играет. Но... Ну, тут вообще нет. Ну, так и... Нет, так это ж тот белыми играет, Кущевский. Он на победу не играет, ему она не нужна. Кому? Кущевскому. Кущевский белый? Да. Он на победу не играет абсолютно никогда. А что было дальше, Семен? А? У меня? Какой дебют? Второй. Да, вот ты белыми. Да. Да, сейчас посмотрю, просто мне там, извините, неудобно. Так, ну, грана? Здесь? Да, конечно. А как пошел? Ну да, так, все. Ходить некуда. Ну все, сдался. Ну, не, ну как сдался? ЦБ6, ФЕ7 поменялся на Б4, шашку выиграл. ДЕ7 комбинация. ЦБ6, ЖЖ2. Нет, так, на Б4. Все, грозит, ВЦБ. ЦБ6, ЖЖ2, куда ходить? Надо FE7 ходить, больше ходов нет. Все. Проигрыш. Ну, FE7 на G5 сразу. Можно и менялся. Единственный ход сюда. А, так тут же просто удар. Вот так. Все, сдался. Чек ты зарегистрировал? А как ты первую в ничью сыграл?